Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и сегодня мы снова поговорим о суперкопилке, и я сегодня хотел бы рассказать об ошибках, чтобы вы не допускали их, так же, как и я, первоначально, когда я зашел, и сегодня мы перейдем в мой кабинет и посмотрим, давайте зайдем в график выплат и ошибки, которые я допустил, когда регистрировался. Смотрите, при регистрации, при первой регистрации вам дается бонус. Первый бонус — это $10, на которые вы можете сделать свои первые депозиты. И второй бонус — $20. Вот лучше сразу активировать свой бонус еще на $20, внеся еще $20. И не допускать вот таких ошибок, которые сделал я. Это все депозиты. И смотрите, как неровно они здесь были распределены, и эти депозиты как бы денег не приносят, и, можно сказать, висят мертвым грузом. То есть, да, я их могу вывести, но от этого я денег не заработаю. Смотрите, уже с 11 недели, посоветовавшись со своим руководителем, обязательно найдите своего руководителя. После регистрации вы найдете контактные данные его и посоветуйтесь, как правильно распределить ваши деньги в суперкопилке первоначально. То есть вообще лучше, конечно, заходить по максимуму. Максимум — это от $500. Но если у вас на данный момент нет таких денег, обязательно найдите $20, активируйте, и у вас уже на счету будет $50. То есть $30 бонусных и $20 ваших. То есть вот эти деньги уже можно будет распределить и уже построить кое-какой график, чтобы уже на ближайших неделях, то есть на 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последующих, можно было уже зарабатывать суперкопилки. Не делайте таких ошибок, каких сделал я. Не надо все деньги распределять на депозиты, потому что они вам особо много денег не принесут. И, можно сказать, совсем денег не принесут, если вы их неправильно распределили. Обязательно обратитесь к тому человеку, который вам дал эту ссылку, или где вы нашли эту ссылку. Контактные данные его найдите, либо в личном кабинете, когда вы зайдете в разделе «Партнерка», вы обязательно найдете ваш вышестоящий спонсор, и здесь будут ваши, то есть данные вашего спонсора, вашего наставника, либо у вас в кабинете будет указан руководитель. Здесь тоже есть все контактные данные. Обязательно с ним свяжитесь и скажите ему все данные, которые вы собираетесь вносить. То есть руководитель или либо наставник вам помогут еще пройти верификацию и распределить ваши депозиты, ваши цели правильно, чтобы уже с первых недель вы стали хорошо и правильно строить свою стратегию пассивного дохода. А здесь это возможно. На этом заканчиваю. Всем привет!